Всем здорово, ребят. Ну что, будем пробовать опять сегодня фармить Одинокое море. Что-то последние разы оно реально просто не идет. Не знаю, что случилось, но что-то пошло не так. И даже с донатным составом, который я показывал, мы не смогли зафармить. Слились. Почему? Непонятно. В общем, у нас сегодня будет еще тыковка усиленная более. Вот такая вот сборка. Сейчас я на нее питомца только поставлю для отхила. Так, остальные герои. Вот такой вот у нас будет стрелок. Также огник. Собранный на домах. На отхил поставлю. Так, помимо этого у нас Фрея. Надо заняться будет аккаунтом. Пораставлять все. Сливать все ненужное. Так, раскол. По питомцам поставим. Даже не его поставим, драку. Так, отлично. Есть. Чарки у меня, видите, здесь нету. Так. И кто у нас там еще в пачке был? Вроде всех собрал. Моя пачка готова. Ждем приглашения и в бой. Посмотрим, что у нас получится. Сейчас перезайду. Что-то приглашение на английском сервере реально не работают нормально. Зефир у нас тоже, как видите, я убрал отсюда. Делал вам обзорчик сегодня и убрал талантик смотрителя. Пока пооткрываем плюшечки, которые у нас накопились. Ну что, ребят, поехали, как обычно. Как обычно, куча всего. Ну, вроде. Вот такой вот у нас состав. Первый наш состав, я показывал. У нас два зефира стоит. Немножко мы поменяли составы.
ведьмочки у некоторых. И одно дерево для реса. Но как ни странно, нам не хватало времени для того, чтобы пройти эту локацию в таком даже составе. Сейчас посмотрим, или будет удачным этот заходик. Я не буду нажимать уже на ускорение, чтобы видеть полностью все, что происходит. Сейчас также попробую забрать себя в другую немножко сторону, где-то сюда. Даже можем спрятаться, такое, чтобы было удобно. Вы видели, как тыковки бывают проседают у стрелки, поэтому у меня, допустим, тыковка СО стоит. Вот особенно когда бегут к центру. Так, что у нас получается? Вроде сейчас нормально идет, не знаю, посмотрим. Кто это побежал в самый низ? Минута 33. Как-то странно, блин. В прошлый раз таким же составом мы не смогли добегать. А тут что-то прям разрываем. Интересно, интересно. Осталось 60 секунд. Тут один демон, тут осталось два демона. Вот, смотрите, видите, как тыковки попроседали и стрелки. Поэтому на них желательно ставить СО. И чтобы питомцы были на отхил. Но опять, я смотрю по времени, мы, скорее всего, не успеваем. 27 секунд, какая-то фигня. Вот кто реально сейчас проходит, напишите в комментах, кто бегает. Ну, я не знаю, у нас было 20 секунд запаса, а сейчас просто Unreal какой-то. 15 секунд, и мы не успеваем. Просто тупо по времени, при том, что умер только один герой. Ну, вроде прошли. Прошли всех и засчитало поражение. Что за фигня? Вот реально, IGG, что это такое? Все 5 убиты и поражение. Бред полный. Давайте я сейчас обратно верну на некоторых героев. Это просто капец. Вот скажите, что это нормально. То ли опять забаговали, либо, я не знаю, либо просто какую-то хрень чудили. Где здесь бездонат сможет пройти? Вот реально. Какой бездонат тут сможет хоть что-то сделать? Просто бред полный. Такс. Сейчас попробуем еще один заходик. Перезаберу зефира. Пересоберу. Просто
Вот кому ставить? А, просили ребята показать землеройку с таким талантом. Сделаю. Заказывали, сделаем. Ребята пишут, что тыква сдохла. Ну, блин. Не знаю. Насчет того, что тыква сдохла, я вижу, что разница очень большая. Не может такая разница быть. Так, это будет очень долго. Давайте пробуем. И на складе должна быть какая разница, какие чары ставить. Так, отлично. Сейчас посмотрим, как сейчас пойдет. Ну, блин, я не знаю. Что-то реально не то. Так, 2 минуты у нас получается, и мы убьем двух среднего и нижнего. Но опять же, самый окончательный показатель это будет самый конец. Сколько у нас секунд останется? До этого мы фармили по 20 секунд. Сейчас это просто какой-то бред. Я вот сейчас выставил опять же максимальные составы, максимальные дамаги, которые были. И я пока, честно говоря, не очень вижу результат. Потом смотрите, опять раз, два, три, четыре, пять, не, поумирали герои. Я не знаю, что это такое. Просто тупо что-то идет не так. Или им всем вместе надо бегать в одну сторону, или что? Это непонятно как-то. Пятьдесят секунд. Но сейчас вроде должны успевать, и то посмотрим. 27. Не, сейчас успеваем. Вот как так? Там сдохло меньше, тут либо надо, чтобы забегали они одинаково, или что? Вот непонятно. Здесь опять нормально. Вот это что, 15 секунд из-за того, что я поставил талант и этот? Ну какой-то реально бред. В общем, вот так вот. Пока никакой, ребят, стабильности. Буду пробовать твинков заводить и сам тестировать. Вариантов я пока не вижу. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.